мальчик из села Поповки, Самуил Маршак. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, ломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик при слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу его спалили, угнали мамку со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.